начиная с сегодняшнего дня, вы все должны относиться ко мне как к драгоценности. Не позволяйте мне бояться. Также меня не нужно разочаровывать и не давайте мне грустить. Что происходит? Ваша мама беременна. Сегодня самый удачный день во всей жизни. У меня будет еще один младший брат или сестра. Правда, это как чудо. Ты не хочешь еще раз поздравить маму? Ты правда наглая.